Кто эта женщина была? Всем хай, с вами Юджин, и сегодня мы с вами играем в игру, в хоррор-игру September 7th, 7 сентября. Почему? Да потому что разве можно устоять перед хоррором в столь родном для нас сеттинге? И я говорю, конечно же, про российские девятиэтажки. Мы уже с вами играли в игру в подобном сеттинге Into the Darkness, вы можете ее здесь посмотреть, тоже был очень добротный хоррор. И в целом я скажу так, девятиэтажки российские очень стрёмные. Когда дело касается хоррора. Тебе придется продолжить мою игру, говорит эльф. Это что, типа, еще и к пиле у нас отсылочки? Что за эльф? О, это что-то новогоднее. Какую игру? Давай, продолжим. Так, это звезда, мы можем ее взять, в инвентарь положили. Это часть игры? Ой. Несколькими часами ранее. А мы могли что-то еще другое выбрать? Скоро пойдет дождь, нужно идти домой. Миру мир. Согласен. На все 100%. Дима. 19 часов вечера. Я Дима. Посмотреть мои задачи. Нужно идти домой. И у меня какие-то рисунки. Я, кстати, неплохо рисую, если это я, конечно, рисовал. Погодите. Это эротические рисунки? Ух ты. Хорошо. Подождите, а я что, у друга в гостях, что ли, сидел? А где мой дом? Я не знаю, я не помню, где мой дом, блин. О, как это прикольно смотрится. Да, машины паркуются где хотят. Сто пудов этот чел где-нибудь здесь написал, что это парковка моя. Если вообще машина какая-нибудь двигалась с места. Но пиво здесь пьют. Мне нравится, как этот Мишка так странно, очень странно и крипово смотрит на этого. Как будто он что-то замышляет. Хой жив. Ой, главное, чтобы тут не было всяких гнусных слов написано. Потому что... А, почти что написали, почти что написали. Посмотреть задачи. Аня сказала, что оставила мне сюрприз возле... Да, возле двери. Какой у меня этаж? Где вообще здесь лифт? Почему без лифта все? Черт подери. Как еще можно начать хоррор в подобном сеттинге? Только с улицы, и ты заходишь в подъезд. О, кстати, да, кстати, да. Это, наверное, и есть сюрприз. Да, ты типа начинаешь в подъезде и поднимаешься по лестнице. Так начинаются все хорроры подобные. Аня плюс Дима. А как мне зайти домой-то? Я домой хочу. Стоп, а может быть мы можем посмотреть... Я... Хоть я и могу открыть инвентарь? Или не могу? Опа! Окей. Может быть, она имеет в виду возле... Киса! Я не могу пройти к кисе, потому что велик загораживает. Но я почему-то не могу его переступить. Ладно, давайте позвоним, может быть? Так, я застрял. А, погоди. Вот дверь. Так она стояла возле той двери справа. Аня запутала меня. Папа отключает электричество в квартире. Нужно его включить. Окей. Ох. Ну, слушайте, очень прикольно выглядит. Прям максимально аутентично. Что это? Это батя там? Пап? Ты дома? Кстати говоря, здесь нельзя спринтить. Только ходить можно. А, вот. Оп. Открою коробку с подарком Ане. Проверь подарок. Окей, давай. Там что-то стрёмное, потому что, ну, естественно. Это что, Гренни? А, нет, это тот самый эльф. Какая уродливая кукла. Где она ее взяла? Иди в свою комнату. Блин, сама игра меня наказывает. Иди в комнату свою. Я иду. Видимо, вот это моя комната. Моя комната с телеком? Нет. Погодите, пианино. Музыка отсюда откуда-то играет. Реально, она вот где-то здесь, музыка. На пианино, к сожалению, нельзя поиграть. Я не думаю, что это супер интерактивная квартира. Нет, моя комната вот здесь. Обязательно нужно проходить через родителей. О, да. Диван, раскладушка.
Разберу рюкзак. Прошло уже 3 недели, как я учусь в новой школе. Теперь я с Аней в одном классе, хоть это меня радует. Распакую рюкзак. Это просто, мне кажется, играет и есть батя. Чё? Чё, реально? Реально? Они Диму добавили сюда, это прикольно. Почему меня не добавили? А, вот почему играет музыка, она прямо отсюда играет. Ладно, давайте включим что-нибудь более подходящее. Очевидно, я поклонник творчества Димы. Так и есть, все реально. Короче, игра, что ты от меня хочешь? Проверь книги на столе. Проверено. А, погодите, вот стоп, теперь... Как? Ага. Аня плюс Дима. И меня тоже зовут Дима. Дима, я так рада, что мы с тобой учимся в одной школе и живем рядом. У нас было классное лето, и я так не хотела расставаться. Позвони мне сегодня в 22:00. Папа в это время уйдет из дома, и я смогу поговорить. Нас ожидает грязный разговор. Мама обычно оставляет записки на холодильнике. Надо проверить, а потом я, ага, позвоню Ане. Посмотрите записки на холодильнике. О, нет. В этой квартире неисправна проводка. Постоянно вырубает свет. Пойдемте. Пойдемте, включим. Тихо. Стоп! Ты! Я тебя сюда не сажал! Ты что, проклят? Теперь он смотрит на меня. Посмотрите список задач. Я слежу за тобой. Чертова кукла. Эльф! Очень нетипично для нас. Вот костюм Спайдермена. Ой, какой костюм? Игрушка Спайдермена, да? Я сказал костюм. Я хочу костюм Спайдермена. Вот так я скажу. Дима, мы с папой очень за тебя переживаем. Но пойми, это всего лишь новая школа. Многие через это проходят. Папа просит, чтобы ты помог нам быстрее управиться с переездом. Давай завтра, когда я приду с работы, поговорим. Окей, хорошо. Хорошо, мам. Я помогу вам. Задача на сегодня. Расправь диван, помой посуду. Приберись в большой комнате, приберись на кухне, вынеси мусор. Короче, все домашние дела на мне. Отлично. Слушайте, игра мне не дает играть на пианино, а сама играет. Я слышал. Мама всегда мечтала преподавать музыку, но моя бабушка заставила ее пойти в медицинский. Папа купил ей пианино на день рождения. Мама была счастлива. Она не смогла продать его вместе с квартирой. Кто-то постучался. Слушайте, здесь такой срач. Как я тут должен прибираться? Кто-то постучался, я слышал. Какой-то эмбиент оттуда. Окей, неважно. Или отсюда постучались. Расправь диван и кресло в зале. Хорошо, давайте будем последовательны. Все, что игра говорит, мы делаем. Расправили. Это расправили? Да, мы расправили. Помыть посуду. Окей, пойдемте помоем посуду. Ох. Благо, здесь это делается по одному клику, а не так, как в реальной жизни, когда тебе приходится... Что? Ты-то кто еще? Мистер Хоботок, ты чё так встал? Чё с тобой? Чё с тобой? Почему ты? Ты так себя обычно не ведёшь. О нет, и здесь так же будет долго? Итак, я стою здесь на несколько ночей, записывая репортаж. С собой у меня видеокамера, спальный мешок, рюкзак с вещами и едой. Короче, мы блогер. Текста на 2 секунды, как ты можешь читать его 8 лет? Теперь еще и мармок тут. Короче, это сборник всех ютуберов. Я чувствую, как эта игра ударит меня просто по яйцам, и меня сюда не запихнут. Я вот прям чувствую. Папа. Мама. Эльф. Какое задание? Приберись в большой комнате. Окей, ладно, хорошо. Что не так с этим рубильником? Пойду включу свет. Или ты не хочешь себе этого делал? Открой, пожалуйста. Я отказываюсь пугаться от этого хоррора, если меня сюда не вставят. Если вставят меня, хотя бы на чуть-чуть.
кто, я буду кричать. И оценю этот хоррор как наилучший. Если нет, то все, хана. Ой, блин, это кто? Бабуль? Сейчас она выбежит на меня. Слушай, прикольно, такой большой балкон. Тут велик помещается и все. О, нет. Повернусь, сейчас забудь здесь! Нет. Что теперь? Включи свет в коридоре. Кто эта женщина была? Ёлки зеленые! Ладно, ладно, хорошо. Ты можешь пугать. Ты это сделал. Ты доволен собой? Быстрее свет включить. Зло ушло. Окей, мне туалет сейчас точно нужен. Посмотреть задачи. Приберись в большой комнате. Что бы ни случилось, надо помнить о задании родителей. Как здесь прибраться-то? Возьми веник. Как будто какие-то высшие силы мной управляют сейчас. Нет, нет, нет. Что происходит опять? А, окей. Приберись на кухню. Опять кто-то там долбит сверху. А это чья комната? А, это ванная. Точно. Ладненько, я просто боюсь представить, что у меня за родители такие, раз такой срач везде, на кухне, дома. Осталось выбросить мусор. То есть нам нужно выйти на лестничную клетку к мусоропроводу, да? Хорошо, вот мусор. Я бы еще эту игрушку, да, выбросить ее, согласен. На все 100 согласен. Идем. А что так медленно? А что так медленно открываешь? Перестань. А, это подготовка к загрузке следующего. Что? Что это? Мне показалась какая-то свеча огромная. Выбросить мусор. А, у нас нет мусоропровода даже. Нам придется выйти на улицу. Ладно, я только что там был. В принципе, не так страшно. Главное, что это знакомый район. Если нас спросят, ты из какого района? Я так и скажу, я отсюда. И все, никаких вопросов ко мне больше нет. Здесь только мусорный бак не очень далеко. Погодите, ну ведь мусор весь здесь лежит. Но мы не такие. Мы не будем, как все остальные жители подъезда, мусорить. Ой, это я... О! Ну-ка, удар! Ох, блин. Сейчас бы сигнализация сработала и потом всю ночь бы орала. Мусор, мусорный бак, вижу. Боже мой, как тут все запущено. Наконец-то я выбросил эту дурацкую куклу. Иди домой. Окей, я иду домой. Просто жесть. Мне нравится, что сейчас, ну, по крайней мере, в Москве, я не знаю, я особо не был в других городах. Не знаю, как там, я был в Омске, по Владивостоке. Ёлки зеленые! И видел там елки зеленые. Почему дверь открыта? Это вообще не мое дело. Это даже не моя хата. Мне нужно зайти? Ладно, зайду. О! О! Найди выход. Надо было не находить вход. Это жутко. Черт, что за глюки? Кто эта женщина? Женщина? Женщина! Вы взаперти. Погодите, и здесь кто-то... Кто-то ломится сюда. А в шкафу? А в шкафу кто-то сидит? О, погодите. Боже мой, ты снова здесь. Я же тебя выкинул. Ладно, может, теперь мы можем выйти, раз мы все посмотрели. Он убежал. Так... Ну брось мне это говно. Сейчас же брось. Женщина. Ой, блин. Фу-фу-фу, неприятно жить. Они заколотили дверь. Нет пути назад, но, может быть, есть путь вперед. Я, кстати, научился спринтить.
Наконец-таки ты понял, что пора бегать, мальчик мой. Куда мне теперь деть тебя? В шкаф? Глазок посмотреть? Тут не особо очевидно, на что нужно кликать. Мое внимание ничто не привлекает. Ладно, погодите, вот. Поиграй со мной. Кстати, сейчас год кролика. Как мне с тобой поиграть? Я с удовольствием. О! Ну нахер, я иду домой. Иди домой. Я понял. Вот мой дом, да? Или погоди. Мой дом выше. Ты лучше мне написала, Аня. Спасибо. Немножко расслабила так. О! Да какого хрена? Где телефон? На кухне? А, где-то здесь? Нет. На кухне сто пудов. Да. Дима, ты куда пропал? Ты часа три назад зашел к себе в подъезд. Моя комната выходит во двор, и я видел, как ты выносил мусор. Так. Я зашел в подъезд, и у нашей соседки на первом этаже была открыта дверь. Я решил, что что-то случилось, и решил проверить. Но не думал, что прошло столько времени. А сколько времени прошло? О какой соседке ты говоришь? Она умерла прошлой зимой! Что? Ты уверена, что это она? Аня, а где ты нашла ту куклу-гнома? И зачем мне ее подарила? Дима, с тобой все в порядке? Я не дарила тебе никакого гнома. Ну как? Ты оставила коробку с ним у двери и рисунок. Дима, тут кто-то есть. Это что еще такое? Нет! Аня, что происходит? Что ты увидела? Аня бросила трубку. Нет, он стал больше. Мне нужно выбраться из дома. С Аней что-то случилось. Это кто? Это тело? Сколько ножей я спрятал в шкафу, в третьем шкафу на кухне. Сейчас скажу, я посмотрю. Что есть третий шкаф здесь? Ну-ка, открой. Я не вижу ни... А, погоди. Господи. Сосчитай до пяти и иди налево. Раз, два, три, четыре, пять. Ах ты гад. Значит, ножи. Раз, два, три, четыре, пять. Шесть. Шесть ножей. Где ответ вписать? Шесть ножей. Я пойду сюда. Оп! Шесть. Шесть надо ввести. Ты, конечно же, неправильно. Естественно, неправильно. Где-то должна быть подсказка. Погодите. Сколько ножей я спрятал в третьем шкафу на кухне? То есть 6, 3. Это очень сложная задача. Пять. Три. Шесть, три, пять. И еще должна быть какая-то цифра. Там написано, сколько там? Сосчитай до пяти и иди налево. Вот здесь наверняка есть какая-то подсказка. Подсказка. Ты мне нужна сейчас очень. Три. Шесть. Пять. И еще какая-то цифра.
не знаю, может быть, вот это? Типа... Нет, 12 вряд ли. Стоп! Стоп! Записка под жопой! Найди 4 елочные игрушки, когда пройдешь через люк. Значит, 3, 6, 5... О, он сейчас. И 4. Блин, перестань мерцать. Или здесь где-то еще есть какая-то записка, которую я не увидел? М? Ладно. 3, 6, 5, 4. Вот! Прекрасно. Теперь нам нужно найти, пролезть через... Черт! Фу! Что? Что ж такое со мной? Я сразу бросаю штурвал от страха. О! 4 игрушки нужно найти. А! Ну и вопль. Ну и вопль. Так, соберись. Я совсем не был готов сейчас. О, закрутки. 4 игрушки. Убирайся из дома. Меня выгоняют. Это мой дом. Проклятый эльф. Глаз. Какой-то в коробке подарочной. Вообще эльф не свойственный нам. Это как-то не по-нашему. Вообще не по-нашему. Вот он и чудит тут. Взять игрушка номер раз. О, блин, такой звук был. Вы не поверите, я сейчас поверил, что это где-то здесь бегает. Я ж посмотрел в ту сторону и немножко испугался. Как быстро все в жопу скатилось, да? Как быстро и внезапно стало страшно. Так, вот-вот-вот-вот-вот. Была эта звезда в самом начале игры? Была. Ничего не открывается. Где? Опа. Сюда пока не заходи. Ладно. Идем в нашу комнату. Так, это ножницы, воткнутые в тело, которое там лежит, словно в гробу. Где-то я видел ломик у папы. Разве я где-то видел его? Найди лом. Хорошо, папа. Сейчас. Лом. Что это было? Что это было? Кто-то был, а я не заметил. Где же его, блин, найду? Может быть, здесь? Наверняка здесь где-то лежит. Но должен был быть здесь. И каким образом проклятие бабки с первого этажа распространилось на меня? Я же на третьем живу. Я вообще ни при чем. Какой вообще... Опа! Какой радиус у этого проклятия? Ха-ха, я его забрал. Ищи. Лом забрали, понимаете? Не могу вращать эту записку. Лом забрали. Теперь нужно реально искать его. Слушайте, тут так темно. Как я должен его найти? Я же ничего не вижу. Он такой непримечательный, мне кажется, будет. Темный кусок металла. Кто чавкает? А, лом. Привет, Гордон Фриман. О, маленький сволочь, у меня лом есть. Боже мой! Он спрятал игрушки для рождественской елки. Ты что, задул мою свечку? Тут чуз... Мама. Тебе нужен болторез? Я спрятал его в шкаф. Ублюдский эльф, открой. Окей, мы взяли... Блин, да господи Иисусе! Он пытается меня сломить. Вот что он делает. Он пока что не может именно убить меня, потому что я еще недостаточно напуган и недостаточно обезумел. Но он пытается это сделать, я не поддамся. Кто сыт? Кто сыт в моем туалете? Пульчак, надеюсь, поднял. Кто? Кто? Кому? Кому?
Честно, я не понимаю, что... Это в ванной. Блин. Черт, как это реалистично звучит. Все мурашками покрылось с этой стороны. Надеюсь, там не мама. Опа, еще одна игрушка. Мы нашли в итоге две, получается. Угу. Угу. О, боже мой. Пап, ты че? О! Это не папа. Ты, блин! Сейчас нападет, сейчас нападет! Смог. А, я смог, смог, смог. Ой, я не смыл надеюсь игрушку. Нет, нельзя открыть. О, прикольно, есть окошко в ванну. У меня такого не было дома. Блин! Ладно. Ладно, я готов. Я готов к этому уже. Я чувствую, что я стал более... как не знаю, мне кажется, толерантность выработалась к скримерам. Ну так, я немножко вздрагиваю, конечно же, да. Это первая нормальная, естественная реакция. Но потом я готов сражаться. Уже завтра, 7 сентября. О, название игры. Мы переезжаем. Диме нужно в школу, а у дяди Вити сломалась машина перед самым переездом. Мы и так столько времени откладывали. Теперь нужно думать, кого попросить нам помочь. Я надеюсь, что за несколько дней ты найдешь, с кем забрать наши вещи из старой квартиры. Возьмем с собой пока самое необходимое. Позвони мне, как прочитаешь. Я прочитал. Че, можно пойти позвонить? Не, кухня заблокирована. Погодите! О, нет, я не могу включить. Ладно. Так, все, я читал это. Ты, господи. Возвращаемся обратно. Давайте пойдем сюда, что ли? Может быть, здесь какая-то еще игрушка была, которую мы не заметили? Что ты хочешь от меня, игра? Я сделаю все, что ты хочешь. Проход откроется, когда я найду 4. Я нашел всего 2. Мы можем вернуть лом обратно? Нет, не можем. Давайте аккуратно будем приседку идти и шарить. Я так сосредоточен. Слушай, ну я уже, по-моему, все поклацал. Вообще абсолютно все. На этой елке, под елкой. Кто-то дышит, это время показалось. Но здесь нет ничего. Давайте, ладно, выйдем еще раз в вестибюль. Если можно его так назвать. Призрак. Гном, эльф. Где? Ты мне скажи, я возьму... Зачем эти игры нужны? Зачем они? А, вот, смотрите. Есть. Еще одна... Офигеть, я не заметил даже. Их очень трудно заметить. Оказывается, нужно как следует осмотреть вот эти вот елки. Ладно, ну звезда. Ну звезда должна быть, ну 100 пудов. Ну почему-то я не могу ее взять. Хотя я слышал, что кто-то там пробежался. Давайте сходим. Что-то изменилось.
Окей. Окей. Здесь мы найдем последнюю игрушку. Это в чью квартиру мы идем? К соседу? Мы идем в самый конец игры, и в то же время начало. Привет. А вот и последняя. Поиграй со мной. Беру. Наряди рождественскую елку. Ты вот про эту елку? Нет, он, наверное, про ту елку, которая именно похожа на елку. О, нет, 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 нет! Сейчас она выпрыгнет на меня. Это будет громко. Сразу готовьтесь, ребят. Это будет очень громко. Неприятно, но мы справимся. Предсказуемо. Ты предсказуема, ведьма. И ты предсказуем уже. Хорошо, вот та самая елка. А? Проснись. Опа! Чё ты вот ходишь там стучишь? Я в курсе, что у меня болторез есть. Я тебе сейчас всю стучалку твою отрежу. Который час, блин? Понял? Ну, максимум, кого здесь можно бояться, это, по идее, что это было? Старый маньяк, который до сих пор жив. Я просто смотрю летсплей Димы Куплинова все это время. А я что, заснул? Я что, заснул? В этом вся завязка. Все было так реально, но я не мог никак повлиять на происходящее. Ну как, я играл, я все делал. Я решал загадки. Эта квартира сводит меня с ума. Так, вот это стандартная была, стандартная скрема, стандартная я видел. Кукла, она еще здесь. Нет, меня сводит с ума, видимо, постоянные просмотры летсплеев. Мне нужно позвонить Ане. Это прекрасный поворот сюжета, настолько интригующий. Меня не вставили в игру. Меня не вставили, и это... Просто нет. Эта квартира сводит меня с ума. Я понимаю, ты старался над игрой. Ты сделал довольно-таки неплохо. Я постремался, но ты меня не вставил. Разочарование. Окей, да. Было местами нервозно. Но концовка... Нет. Концовка это так нельзя. Это слишком плохо. Но, видимо, в этом и прикол. Окей, спасибо большое, друзья, что смотрели. С вами был Юджин. И всем пять!